«Автомаяк». Автомобильные новости от Светланы Семеновой. Министерство финансов России считает, что необходимо ввести повышающие коэффициенты расчета стоимости полиса ОСАГО для тех, кто был пойман за рулем в нетрезвом виде. Минфин считает, что использовать при расчете стоимости страховки только региональный коэффициент – это устаревшая практика, так как водители часто ездят не в тех регионах, где зарегистрированы их автомобили. Неэффективен и коэффициент мощности автомобиля, так как нет никакой доказанной взаимосвязи между количеством аварий и участием в них мощных машин. А вот привязать стоимость страховки к количеству нарушений на дороге, совершаемых водителем, это вполне логичный ход. Напомню, что сейчас базовый тариф ОСАГО составляет от 3400 до 4000 рублей. И если коэффициенты будут введены, то, к примеру, водитель, пойманный за рулем пьяным, обязан будет заплатить за страховку больше 20 тысяч рублей. Отмечу, что в Воронежской области ежедневно фиксируется около полусотни случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии. И подорожание страховки, по мнению лидера общественного движения «Дорожный контроль» Вадима Серова, не улучшит ситуацию. Честно говоря, эта инициатива, я думаю, дает возможность дополнительного заработка вот непосредственно страховым компаниям. Больше ничего ровным счетом не сделается. Только изъятие транспортного средства поможет. Вот законодательно, если это сделать, я думаю, это будет эффективно, потому что ему уже будет просто не на чем совершать такие правонарушения, очень серьезные, которые могут привести уже к преступлениям, то есть к смерти, человеческим жертвам. Только таким образом можно победить это. Никакая мера финансового характера вот воздействовать на то, что человек не сядет за руль, ну его ничего не ограничивает. Ни лишение права управления, ничего абсолютно. Он также сядет. Единственное, что может ограничить, это не на чем ехать. Thank you.